Привет всем, дорогие друзья! И в этот замечательный день мы снимаем сегодня свидетельство, как одна наша сестра получила свободу, как Бог ее освободил. Маша, расскажи, с чего все началось? Началось все банально. Тяжелая семейная ситуация, из-за которой пришлось мне сесть на сильные антидепрессанты, на снотворные. То есть я месяц не могла спать, не могла есть. У меня началась депрессия очень жуткая. И чтобы хоть как-то держать себя на плаву, я начала пить таблетки, тяжелые таблетки, антидепрессанты. Прекрасно понимая, что с них слезть очень тяжело, то есть без медицинской помощи это практически невозможно. Я обходила кучу психотерапевтов, психологов, ничего мне не помогало абсолютно. И один день я вспомнила, что есть такая Надя, я ее знала уже давно. Я знала, что она пришла в церковь, я знала, что ее жизнь кардинально изменилась. И я написала ей, попросила о помощи, чтобы она помогла, со мной могла помолиться. В один момент я поняла, что ни от кого помощи я не получу, только от Бога. Только Бог может исцелить мое сердце, только Бог может дать мне мир, только Бог мне может дать ответ и уверенность в завтрашнем дне. Мы молились каждый день. В течение 22 апреля мне написала Маша. И 11 числа мне надо было идти на прием уже не просто к психологу, а уже к специалисту-психиатру на прием 11 числа. И перед 11 числом я приняла решение, что я туда не пойду, потому что я прекрасно понимала, что я приду к человеку и буду ждать помощи человека, и она мне ничем не поможет. И в этот же день я приняла решение не пить ни антидепрессанты, ни снотворные, хотя без снотворных я уже просто не могла засыпать. Я не могла спать. По рассказам детей, когда я была под таблетками, я даже этого не знала, я не видела себя со стороны, но они говорят, что это жуткое зрелище. То есть я не помнила даже, что я делала. В этот день я приняла решение не пить эти таблетки. Это было чудо, то, что я первую ночь уснула без таблеток, и я спала так, как обычно, здоровым, крепким сном. И с тех пор все, я больше их не употребляю. Ушла эта тревожность из сердца. Мир пришел, покой пришел, наполняется радостью сердце. Аллилуйя! Я могу сказать, что действительно 22 апреля мы созвонились с Машей, и мы 22 апреля начали молиться. И мы молились практически каждый день, да, Маша? Каждый день мы молились. Мы не переставали ни одного дня не молиться. До сих пор мы молимся и продолжаем молиться. А как известно, где двое или трое, во имя мое там Он посреди нас. Иисус, который был посреди нас, Он освободил Машу от зависимости, от таблеток, Он наполнил ее миром, Он исцелил ее сердце, и мы продолжаем в том же духе. И, конечно же, мы молимся, и она сейчас ходит в церковь на постоянной основе, и поэтому Бог исцеляет, и она получила свободу. И это замечательная новость, это замечательное известие, свидетельство о том, что человек получает свободу, когда он приходит к Богу.